страшное. Тихонечко, тихонечко. Надо его попытаться на бок положить. Смотри, да? Что он делает, да, голову. А какая лапа-то у него? У него правая лапа, лучше бы на другую сторону класть его. Ну, а тут у него без вариантов. Сейчас на эту сторону не положим. Ну, да. А где у него? Просто попробовать голову подвинуть и посмотреть, он будет вообще... Можно. Только аккуратно. Очень. Кусачки. Кусачки. Почему? Правая это та? Правая это та у него. Понятно, понятно. Если хотите, можем завязать морду. Хотим. Ну, хотим, да. Хотелось бы. Морду, а руки. А пока вы морду завязываете, мы уже отстригнем. Подождите, это сам, не надо стричь еще. Я ногти просто постригу, сейчас пока эту трость. Не, она чтобы антибиотик сделала на всякий случай. Так антибиотик нам никак не поможет. Не главный антибиотик пока, да? А? Пока антибиотик не главный. Дышит хорошо, чего? Ровненько. Я пойду отпрыгну оттуда или что, пока не спеши. Пока не спеши. Погоди, я голову тут беру как-нибудь. Не спешите стричь. Мне кажется, надо уже подходить. Если сзади кто-то возьмет его за уши, и спереди завяжу морду. Ладно, что. Видимо, пришло время рискнуть. А вообще-то да, надо. Морда, когти, это без разницы, от чего попадать. Там один раз щелкнет, вот подойти без затрос, поднять без затрос палкой может. Да не, он спит. Он спит сейчас. Ой, ежели... Да. Наш шприц, пожалуйста. Достать шприц, да? Да. Да смелее, он спит. Не, он спит сейчас. 3000 рублей. Сэкономили общественные организации, между прочим. Так, Костя, какая у него лапа-то? Правая. Вот та. Так, мне надо взять... Тише, голову поднимает. Не, вы его придерживаете поленушком-то. Что там? Спи, мой хороший. А, задняя у него? Кость. Передняя. Что, добавить? Костя, подожди. Так, где у него? Я не пойму, передняя. Я думаю, добавить. По-моему, вот это у него лапа. По-моему, вот этот, наверное. Не правая, а левая. Так, ты можешь заткнуть? Тут нету ничего. Ну, просто я не вижу. Нет, у него, по-моему... На другой лапе. На левой. Тише. Надо вот туда его перевернуть. Надо из-за дерева трос потянуть, из-за дерева. Нет, надо его туда уронить как-то. Не, ему просто больно, поймем, ему больно за трос. Поймем, какая лапа. Ему больно за трос. Задняя. Подожди, стой, ладно, стойте. Нет, передняя. Бросьте все. Ясно, что он спит. Ну, не совсем он спит. Не надо. Пусть съест. Да не съест он, не съест. Вот, да, блядь, ой, извините. На самом деле травма у него. Делась туда. Сильно? Большая травма? Ух, разорвана. Да, еще какая. Значит, еще колоть его. Доколоть. Да, давайте докалывать, надо это не обработать. Не трожь, тише. На шею. Ему больно. Что, уколем так? И что, вы обработать ее хотите? Большая, сильно разорвана? Да. Так что делать, забирать? Как? Да я бы наплевал. Не надо забирать. Он не плевается. Не, антибиотик делаем, обрабатываем рану. И все. Все нормально будет. Ну, кожа порвана, заживет, ничего страшного. Он этой лапой нормально работал, вот сколько мы наблюдали, она нормально у него функционирует.